вечер, дивные берега! Да. Дорогие друзья, они поговорить хотят. Очень хочется поговорить. Итак, все меня слышат? Дорогие друзья, мы очень рады всех вас видеть, наших прекрасных, дивных, самых лучших обитателей фестиваля «Дивные берега». Сегодня хотелось бы сказать о том, какие вы замечательные, необычные, офигенные, самые лучшие. Вот. Поэтому для некоторых из вас у нас ждет особый сюрприз, о котором поведает Анна. Можешь поговорить в мой микрофон. Друзья, настало время у нас объявить результаты конкурса, о котором мы сообщали в социальной сети ВКонтакте, а именно на самый крутой, классный, потрясный, атмосферный костюм. Все готовы? У меня тут есть список. Мы не знаем, как называются костюмы, поэтому называли их сами. Поэтому, если что, не обижайтесь. Итак, мы сегодня награждаем победителей. Как бы, мы любим вас и без костюмов, но когда вы приходите в костюмах, это добавляет атмосферы фестивалю, и мы хотим, чтобы этой атмосферы было больше. Поэтому сегодня мы выбрали 5 счастливчиков с самыми креативными костюмами и хотим их наградить. Призы будут такие. Эксклюзивная футболка «Дивные берега». И еще более мега-эксклюзивная ручка «Да, она пишет». Сами такой на инфоцентре пользуемся. А вдруг он не пьет? И вообще мы не пропагандируем. Ай-яй-яй. Итак, под номером 1... Мне сказали, что его зовут Стив, но вы все знаете его под другим названием. Я не буду его озвучивать в микрофон. Это человек из Майнкрафта. Да, вы правы. Под номером 2. Где-то здесь бродит пират. Я сейчас его не вижу. Пират во флаге и в таком старом плаще. А, вот, нет, вот этот. Вот этот пират в старом плаще. Да. Номер 3, конечно же, Бендер, робот Бендер. Номер 4, вот я смотрю на вас. Венецианский купец в растаманской шапке, да. И номер 5, барабанная дробь, рогатый медведь Витя. Покажите нам. Рогатый медведь Витя, покажись нам. Вот он, вон он, вон он, вон он идет. Ура! Спасибо, ребята, что вы делаете наш фестиваль краше. Спасибо вам всем. Мы любим вас, вы прекрасные. Дивные берега. А теперь всем любить группу «Тут как тут». Ну что, погнали? Привет, дорогие телеслушатели. Дивные берега. Огонь! Я знаю место старта над пропастью воржи. Оставь 3 папироски и можешь улетать. А утренние розы не нам пить да пивать. Oh,
центра, держаться до конца и не бояться ветра, дыхания отца. Из кучи роковой и разбивали ставни, домов где жил герой. Он знал, кто мы такие, обиды не держал. На времена слепые идет девятый вал. Клавиши здесь на сцене чуть погромче сделать. Поднять клавиши. А ну, Аня, нажми на клавиши. Ну что ж, следующая песня называется «Целлофановые сны». Целлофановые сны, партизаны и слоны, мы теперь одна семья, но нам мы
какие вы пупсики. А можно в этот монитор чуть-чуть баса, а мне в этот монитор чуть-чуть вокал? А, ребят, такой вопрос. Тут в юбочке собака интересуется, чья она. Она там, видимо, вьется и пугается. Нет, все хорошо, да, с собакой? Нет? Ну что, короче, вот чья собака в юбочке? Там вот где-то слева. Не знаю, чем больше помочь. Ну все, сорян, как бы. Нашли? Все, все хозяева нашли, все хорошо. Собачка в юбочке нашла хозяйку. Все прекрасное. Тогда песня. Третий путь, предпоследний вагон. Выход из облака в пара и пыли. Пара и пыли. Меня в монитор чуть-чуть сделайте громче вокал. Может я, может ты, может он. Хватит. Кто-нибудь из других, которые были, которые были. Свидетелями лучших дней в году, когда хотелось и горелось.
Спасибо! Вот вопрос такой, ну это уже, наверное, к организаторам. А можно водички попросить на сцену? Ну, есть такая возможность, если? Это было бы очень клево. Нет, воды, просто воды. Да нет, пива не надо. Не, воды, просто воды, я верю. Не надо. Спасибо, мне очень приятно, правда. Нет. Никакого алкоголя, пожалуйста. Нет, я пью, ну, после концерта. Вот я слезу со сцены и напьюсь с вами со всеми с удовольствием. Рабадан!
Еще и веселей, да? Ну, не, ну будет веселей, конечно. Мы поменяемся местами? Нет, мы не будем меняться местами. Вода, блин, вы... У меня уже, короче, все, спасибо всем большое. Вы так прям все озаботились, у меня теперь полсцены водой завалено. Не, мне очень приятно, правда. Но, правда, воды теперь прям до хрена. Вы, если что, вот там бери. А тебе тоже дать. Вот. Не-не, барабанщику очень важно, на самом деле, все нормально. Следующая песня называется «Киперболоид и болит». Писать топором нескончаемый век, лесистые дебри между неба и рек, слова неизвестного смысла, а то, что не смылось, закисло. И хочется правды, и страшно узнать, то лестница в небо, то...